Теневая битва. Итак, всем привет. Захожу я сегодня такую в игру и смотрю. Обновление. Новый ивент. Ура. Вижу скаута. Он мне говорит: слушай, у нас тут банда снежков, надо их побить. Я такой, типа, да, окей, погнали. Погнали их бить. Захожу. Думаю, что, короче, новый ивент завезли, потому что трейлер смотрел, ну, трейлер. Трейлер должен не врать. Смотрю, а там нифига нету. Там одно задание. Я зашел в это здание, а там, короче, раз в 5 часов надо одного челика бить. Одного и того же, только с разным оружием. Ну, я, короче, его побил, да, вот сейчас, может, видит на экране. Побил, и мне, короче, дали награду. Ну, я взял эти дерьмовые награды, ну, там, две команки вроде. Меня переправили в главное меню, и я вижу, опа, это же красный восклицательный знак. И я понял, что мне нужно на него нажать. Я нажимаю на него, и опа-на, написано. Holiday Security 1. Ну, я и подумал, блин, ну, раз я такой крутой, мне как бы дали сразу здесь 4 очка, то надо и наградки открыть, пока это не пофиксили. Если у вас также, то советую вам тоже открыть. Смотрю, а мне, короче, из нового уникального бустер-пака, очень прикольно выглядит, смотрите, снеговичок нарисован, выпало уникальное метательное оружие в форме звездочки. Ну, на снежинку похоже, но написано, что это звездочка. Ну, я и решил ее затестить, эту звездочку. Взял, зашел в экипировку, надел ее, пошел в тренировку. В тренировке покидал ее, использовал теневую способность, подумал, типа, ну, нифига себе, новая моделька. Короче, фигня. Но звездочка прикольная. Еще обновление поменяли несколько приемов на оружие и добавили новую тренировку. Сейчас запись новой тренировки, вы ее посмотрите. Не знаю, комментировать ее особо-то и нечего, потому что там практически ничего не поменяли. Чисто в ускоренном режиме посмотрите. Там на определенных моментах я ее застопорю, чтобы вы могли посмотреть, что там написано. Ну, если вам интересно. Хотя не. Сами ставьте на паузу. Вот. Если вам интересна информация по заблокированному контенту, который еще не добавили в игру. Ну, то есть как бы добавили, но она в файлах. То... вот на этот тайм-код. Кликайте, и у вас все будет. А если вы хотите получить Арсена, то кликайте вот на этот тайм-код. Все, пока. Всем привет еще раз. Опа, смотрите, что могу. Жух, жух. Ладно, насчет тайм-кодов. Вот, короче. Ха, я вас обманул. Ну, короче, если хотите посмотреть все, что вам надо, а вам надо Арсена, я говорю про тебя, Артемидий, и вам надо... закрытый контент последующей части. Ждите в следующем видео. Следующее видео будет завтра. Все. Всем пока.